Накануне воздушную гавань столицы Приморья посетил «Лиолет» – самолет авиакомпании «Россия», которому в этом году исполняется 2 года. Каждое появление «Лиолета» в небе при взлете или заходе на посадку – очередное напоминание о том, что мы не одни и только все вместе сможем защитить грациозных хищников. В свой день рождения «Лиолет» не только принимал поздравления, но и сам вручал подарки. Всех пассажиров воздушного судна, прибывших во Владивосток, ждала беспроигрышная викторина. Помимо этого, в терминале аэропорта в аэровокзале открылась фотовыставка, посвященная дальневосточному леопарду. Грандиозная экспозиция стала подарком для гостей и жителей столицы Дальнего Востока. Она позволит пассажирам познакомиться с леопардом поближе, увидеть его фотографии, сделанные в дикой природе, а также узнать о работе, которая ведется в России для сохранения этого редкого хищника. Добавим, что у всех жителей и гостей Владивостока есть возможность стать посетителями выставки. Фотоэкспозиция будет расположена в самом центре аэровокзального комплекса в течение нескольких недель. Отметим, что проведение подобных мероприятий – это яркий и эффективный способ привлечения общественного внимания к вопросу сохранения редких видов диких животных. История насчитывает немного примеров такой успешной работы по сохранению животных. К началу 21 века дальневосточный леопард почти исчез. Оставалось всего около 35 особей на юго-западе Приморья. Создание национального парка «Земля леопарда» и комплекс природоохранных мер позволило значительно увеличить популяцию. В 2018 году в России была зафиксирована 91 взрослая особь и 22 котенка. Это действительно позитивный пример того, что все мы должны знать и чем должны гордиться. Анжела Галышина, Даная Михайлова. Городские новости.